Отлично. Это Когда спит? Он такой лапочка? Почему он такой зануда, когда не спит? Не такой уж я очаровашка. Я в порядке. Простите, директор Фан. Я все соберу. Не трогай. Простите, директор Фан. Я смогу все собрать. Сюэ Жень. Не увольняйте меня. Ладно, можешь идти. Дайте мне помочь вам. Тебе? Я могу хотя бы помочь. Вместе веселей. Я никогда не делаю макеты с кем-то еще. Ты уверена, что справишься? Я не очень способна в остальном, но этот макет... Давайте попробуем и увидим. Только не сломай. Это... Я знаю. Это служит основа. Должно быть здесь. Ты только взглянула на макет и уже разобралась в его структуре? Я давно его разглядывала. Мне кажется, вы делали этот макет по чертежам своего замка. Я видела много ваших проектов. Конечно, я не понимаю всех деталей, но нахожу их очень красивыми. Особенно замок. Потрясающие. Он отличается от других ваших проектов. Поэтому рассматривал его. Представляю вам законченный макет. Сотрудничая, работать гораздо легче. Вдвоем мы справились быстрее, верно? Что? Что? Я где-то ошиблась? Но я хорошо помню. Ты училась строить макеты? Нет. Разве... Этому учат? Когда я была маленькой, у меня было мало игрушек. Когда мои одноклассники хвастались игрушками, я делала похоже. Мне казалось, у меня тоже новая игрушка.